Тюменской области сердечно поздравляют гомельчан с цветущим Первомаем, настоящим праздником весны и труда. Мира вам и гармонии в душе! Поздравляем вас, друзья! Гомельское областное объединение профсоюзов поздравляет вас, друзья! Вы обратили внимание, не здравствуйте, не добрый день, а просто поздравляем! Мы долго думали, как же начать наш концерт, и решили, что ничем не рискуем, если просто выйдем на сцену и скажем «поздравляем». Ведь согласитесь, что у нас всегда есть повод с чем-то поздравить друг друга. Кто-то получил сегодня радостное известие. Поздравляем! У кого-то сегодня может быть день рождения, мы вас тоже поздравляем. А кто-то, возможно, сегодня приобрел новую машину. Поздравляем! Может, кто-то, наоборот, избавился от своей машины. Мы вас тоже поздравляем. А может, сегодня просто у кого-то хорошее настроение. И с этим мы вас тоже поздравляем. Ну, у кого-то, может, настроение сегодня не очень, но мы тоже вас поздравляем, потому что на смену хорошему настроению обязательно придет хорошее. Гомельское областное объединение профсоюзов поздравляет всех вас с предстоящим прекрасным настроением, потому что его появлению будут способствовать сегодня выступления лучших артистов и творческих коллективов нашего города. Я вижу, на ваших лицах появились первые улыбки, а это значит, пришла пора сказать «С праздником, дорогие друзья! С праздником 1 мая!» Нашу праздничную концертно-развлекательную программу открывает духовой оркестр детской музыкальной школы искусств номер 1 имени Петра Ильича Чайковского под управлением Сергея Добрезенева и его солисты. Встречайте! Ваши аплодисменты!
поет моя душа, тебе все теплые слова, все для тебя. Увенчана Беларусь, реками хрустальными увенчана Беларусь, свети всегда моя звезда, и будем в сердце навсегда только она. На яркий свет, где в облаках похож рассвет, а взлет на падение. Чем выше, тем трудней дышать, но это легче, чем терять. И в миллионах лиц искать твое отражение. Я падаю в небо, да я убегаю, покуда не поздно, пока free.
достойно.